Это блюдце. Оно может разбиться, если упадет. Это миска. Она круглая. Это графин. У него узкое горлышко, поэтому из него удобно наливать водичку в стакан. Это банка. Она прозрачная. Это мелкая тарелка. У нее есть края. Это мыло. Оно щиплет глазки, если попадет в них. Это вилка. Она твердая. Это венчик для взбивания. Его широкую часть опускают в еду и быстро перемешивают. Это совок. На его широкой части загнуты края, чтобы мусор не высыпался. Это ведро для мусора. У него есть дно и стеночки. Это чашка. У нее есть ручка, чтобы крепко держать. Это стол. На нем кушают. Это стакан. Из него пьют водичку или компот. Это стул. На нем сидят. Это хлебница. У нее есть донышко, стенки и дверца. Это сковорода. У нее есть ручка. Это чайник. В нем греют воду. Это полотенце. Оно может быть большое или маленькое. Это кухонная доска. На ней режут еду, чтобы не поцарапать стол. Это термос. В нем носят горячий чай или компот. Это шкаф. В нем хранят еду, тарелки или чашки. Это поднос. Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это плита. Она очень горячая, когда работает. Это половник. Он твердый. Это сахарница. У нее есть крышечка и ручки. Это мочалка. Мочалкой моют посуду. Это умывальник. В нем есть дырочка, чтобы туда вытекала водичка. Это ложка. Ложкой кушают суп или кашу. Это кастрюля. Она может быть большой или маленькой. Это кран. У него есть носик и ручки. Это солонка. Из нее берут соль, когда нужно посолить еду. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это нож. У него есть ручка. За нее держат, чтобы не поранить руку. Это скалка. Скалкой раскатывают тесто для пирожков. Это салфетки. Они мягкие и легкие. Это веник. Он сделан из прутиков, которые связаны с одного края. Это дуршлаг. В него высыпают еду, чтобы стекла водичка. Это холодильник. Внутри него холодно. Это скатерть. Скатерть делают из мягкой ткани. Это спички. Это палочки, из которых получают огонь. Это мясорубка. Она тяжелая. Это блюдце. На него ставят чашку.